О, привет, друзья! А я купил себе новую игрушку. Вот такая надувная доска. А вот эта штука называется гидрофойл. Карбоновый самолетик и алюминиевая мачта. Подводное крыло по-нашему. И вот такое крыло. Винг. Сейчас на этой доске поплыву и попробую выйти на глиссер, подняться на этом крыле, на подводном. Я еще ни разу в воду с ним не ходил, первый раз сегодня. Вот попробуем, как у него получится. За день, за два, за неделю, а может прям сразу встану и поеду. Сейчас переоденусь. Ну вот, ветрище, конечно, капитальный. На колени, на него надо сначала. Чувствую, я сейчас помучаюсь. Такая маленькая доска, хотя бы сесть на жопу. О, потащила. Надо встать на колени. Это капец. Тут ее надо перевернуть. О! О! Летает. Попробуем так встать на колени. Так. Одна нога сзади, другая встает. Прикольно. Ветер, конечно, может быть и послабее. Похоже, я куда-то сейчас... Фу, бля, не в ту сторону приплыву. Надо попытаться поехать другим галсом к берегу. Плывем домой. Ну хотя бы уже не в камыши, и то хорошо. Но руки мерзнут капитально. Сейчас пойдем по камышам до дома, блин. Ну нафиг делать. Нет. Без гидрофойла научиться кататься, как на супе. Хотя бы просто рулить крылом даже еще непонятно. А я уже хотел прям встать и поплавать. Но... Удобная, я вам скажу, штука. Влезает в мой бусик, даже крыло снимать не надо, это подводное. И парус. Это не кайт свертывать. Со стропами не надо путаться. Винг этот сдул за 3 секунды. Чмяк, чмяк, чмяк. Он даже и высох успел, пока я переодевался. И в мешок запихнул, все дела. Будет ветер. Сегодня ветер больше 10, с порывами 15.
А надо, чтобы был 6 метров в секунду с таким большим крылом, как у меня, 6-квадратным. Надо ветер 6 метров пробовать начинающим. В общем, понравилось. Будем еще.